Телеканал КРТ представляє. Рейтинги Володимира Зеленського занижуються. За даними соціологічного опитування Центру Розумкова, якби вибори президента відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б лише 40% опитуваних. Як ви вважаєте, що могло стати таким каталізатором, що за рік влада такі відсоткові втрати отримала? Ну, знаєте, я удивлен. Удивлен, что там 40%, а не 4 или 0,4. Потому что, исходя из результатов деятельности власти, должно быть именно столько. Я удивлен долготерпением нашего народа, наивностью нашего народа. Нет, я, конечно, понимаю, что можно не доверять Зеленскому, но за него голосовать, потому что сам так голосовал во втором туре, потому что выбор был небогатый. А вот когда ему доверяют 51%, когда 40% говорят о том, что готовы голосовать, ну, я, честно говоря, этого не понимаю. Мы можем перечислять результаты деятельности Зеленского. Вот недавно, в конце прошлой недели, собственно, правительство отчитывалось о деятельности. Это был не отчет правительства, это был просто набор лозунгов. А в отчете, вот если реально посмотреть по отчету, по 2019 году мы имеем минус 38 миллиардов гривен по выполнению государственного бюджета. И это при том, что бюджет был секвестирован, то есть уменьшены расходы на социальную сферу на 20 миллиардов. Итого социальная сфера, получается, в Украине в 2019 году недополучила 58 миллиардов. И это мы говорим о бюджете, который формировался Порошенко, Гройсманом, то есть это далеко не самый лучший бюджет, его критиковали, вспомните, как его критиковали в 2018 году. Дальше, вопросы безработицы. Зеленский там рассказывает, Зеленский, Гончарук и прочие Разумковы рассказывают о том, что они строят людиноорієнтовану экономику. Но при этом только по декабрю 2019 года, в сравнении с ноябрем 2019 года, количество людей, лишившихся работы, составило 300 тысяч человек. То есть 300 тысяч человек на протяжении одного месяца потеряло работу. Ну, в принципе, это... Мы видим цифры, например, по экономике, по промышленности. По промышленности падение... Более 2% декабрь сравнивается с ноябрем, а если декабрь 2019 года сравнивается с декабрем 2018 года, там вообще 8% по промышленности. То есть падение промышленности. Промышленность – это реальный сектор, где создается добавочный продукт. С промышленностью связана масса других рабочих мест в сфере обслуживания. То есть кто-то перевозит, кто-то там окна, условно говоря, моет. Но если закрывается промышленное предприятие, закрывается какое-то производство, то все бизнесы, связанные с обслуживанием этой промышленности, они тоже сворачиваются. Ну вот мы имеем 300 тысяч рабочих мест. Есть масса других моментов. Можно идти по программе Зеленского. Что шло пунктом номер один в программе президента Зеленского на выборах? Народа власти. Он обещал народу дать инструменты для, во-первых, принятия решений, а во-вторых, для того, чтобы народ имел возможность наложить вето. Это практика во многих странах принята там. В Дании, в Австрии, в некоторых штатах США. То есть народ может наложить вето на решение власти. Власть принимает неправильное решение, народ по народной инициативе проводит референдум, это решение перечеркивает, где это есть. Ну, вместо этого мы видим то, что Зеленский не обещал. Зеленский не обещал продать землю. Дальше. Зеленский говорил о снижении тарифов. Он говорил о схемах, он говорил о коррупции. Сейчас вот, когда отчитывался Гончарук о деятельности правительства, кстати, говорят, его презентация этого отчета обошлась нам с вами, вам, всем нам в 2 миллиона гривен. Вроде как немного, если на всех пораскинуть, но это же непонятно, зачем вообще эти деньги нужны. Что нужно, что такого он там показал, сказал, чтобы мы с вами, вот я против этих трат, но меня никто не спрашивает, хотя налоги там мы платим, даже те, кто не платят налоги с зарплаты, все равно платят непрямые налоги, покупая что-то там на НДС, кожному чеке мы бачим, и так далее. Да, то есть мы там, ну, там не только, как бы, там масса вопросов. Купил пачку сигарет, заплатил еще там, ну, для тех, кто курит, да, там 5% налог на реализацию подакцизных товаров и так далее. То есть масса вопросов к Зеленскому. Сейчас пытаются отстроить Зеленского по двум направлениям. Вот его пиарщики. Первое направление. Зеленский не ворует. При Зеленском нет коррупции. Но мы не можем сказать, правда это или неправда. Но то, что мы видим вот как бы с нашей колокольни, то может быть и неправда.